Хвала Слима! Хвала! По детским традициям за все хорошее вам вручается яблоко. За все хорошее, что вы сделали для нас, и для сербов, и для русских, которые мы здесь живем. Счастливого пути! Спасибо. Да будете здравы, да будете лепи, так, как и все, будете нама. И да дожите оба нама. Руди, чем все. Это сам я хотел сказать, не надо сказать. Ima Srba u Beogradu, još! Jedan najveći odlazi! Konusi! Ovo su društva srpsko-rusko prijateljstvo. Srbija! Poslije se uvijek malu zahvalnost. Srbija! Rusija! Ne treba nam Unija! Srbija! Rusija! Ne treba nam Unija! Srbija! Rusija! Ne treba nam Unija! Dragi prijatelji! Razumemo sve, sve razumemo. Понимаем. Разумете? Огромное вам спасибо, что вы пришли. Конечно, мне очень приятно видеть ваши лица накануне отъезда из Сербии. 4 года с лишним я проработал в вашей замечательной стране. И с первого дня я чувствовал вот это доброе, теплое отношение сербов к русским. Александр Васильевич, перевод надо? Не надо. Не надо. Понимаем. Все. Будьте уверены, что русские к вам испытывают такие же глубокие, теплые, братские чувства. Мы два очень близких славянских православных народа. У нас огромная глубокая история. Нас связывают исторические события и в истории Сербии, и в истории России. Русские участвовали не один раз в освобождении Сербии, а сербы вместе с нами воевали на Бородинском поле. Я очень рад, что сейчас, на мой взгляд, между нашими странами складываются еще более глубокие отношения. Я очень рад, что сейчас сербы стали говорить о патриотизме, о своем национальном самосознании, о своей независимости, о том, что нужно защищать свою землю. Я желаю вам, чтобы жизнь у вас становилась лучше, легче, богаче, интересней. У нас с вами уже действуют очень большие проекты сотрудничества. Но только что встречались наши президенты и были достигнуты принципиальные договоренности о том, чтобы нам идти дальше. Сейчас и сербская, и российская сторона вместе работают, чтобы согласовать новые соглашения, новые проекты,
которые на годы вперед обеспечат наше сотрудничество, которые откроют новые направления нашего взаимодействия. И очень хотелось бы, чтобы вы этому помогали. Вы сами, ваши близкие, ваши дети. Давайте вместе смотреть в будущее. Некоторые говорят, что Россия – это прошлое, нужно смотреть в другую сторону. Нет, Россия не прошлое. Россия – будущее. Россия на глубину веков уходит в отношения к Сербии. И на такую же глубину веков мы будем с вами вместе идти вперед. Огромное вам спасибо, что вы пришли. Будьте все здоровы, благополучны, счастливы. Вы вашим близким, вашим соплеменникам в Косово, которым тяжелее всех сейчас. Но мне кажется, у них появилась надежда. Надо им помогать. Спасибо вам огромное. Русские всегда будут с вами. Спасибо. Спасибо. У меня уже целая библиотека сербских книг. Приезжайте в Москву и будете читать сербские книги. А это маленький. Знаете ли вы некий амбассадор истории на овакав начин земли, кое служил? Знаете ли некий амбассадор истории испрачен на овакий начин от народа? Ну, я первый раз. Единый, что вы знаете, я так много людей, глаза разбегаются, но я вот вижу все больше и больше знакомых лиц, с кем я знаком год, два, три, четыре года. Спасибо вам большое. Для меня действительно... Спасибо вам. Спасибо. Ваши проводы останутся незабываемым событием. И я глубоко тронут тем, что вы вот собрались, пришли с добрыми чувствами. Спасибо вам огромное. Спасибо. Цветы держи. Ну давайте прямо сейчас сербам не очень легко живется. И нужно в чем-то искать источник вдохновения. Вот у вас есть в вашей истории огромное количество национальных героев. И я думаю, в прошлом были ситуации отнюдь не легче, чем нынешние. И сколько героев, сербов, и жизнью своей жертвовали, и вместе с другими защищали свою страну. И вот эти герои должны вас вдохновлять на то, чтобы нынешнее поколение сербов также заботились о своей стране, о ее интересах, о ее будущем. Я не буду перечислять вам всех героев, потому что,
могут по-всякому отнестись к этим словам. Но вы сами прекрасно знаете, какие у вас герои. Спасибо вам. Тройку за меня. Не будут надоедать, это самое. Не забывайте своих балетных переводчиков. Нет, нет, я, кстати, только сегодня говорил, передал вашу карточку, которую вы мне дали, и сказал, вот с этой дамой, пожалуйста, имейте отношение, потому что одна из самых лучших здесь переводчиц. Я просто не могла по-другому поблагодарить. Спасибо, с Богом. Анастасия, пенсию надо подольше получать, только подольше. А вы приезжайте. Телефон есть? Спасибо. Есть куда? Всего доброго, мой хороший. Господин амбассадор, дали можно сойти сам. Да, 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 давайте, давайте, давайте. Мы были вместе в Казахстане, у Земуна, почти граждане. Где? В Земуне? А, да, 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 да. Видел там, смотри. Я как раз недавно смотрел фотографии с этого вечера. Спасибо. Динамик профессор? Srce vam hvala i sada. Ruski glas, pa nisam ja zadužena da tam obaveštem. Dođite nam ponovo, ubrzo. Ne možemo, ali mnogo veliko gože. Izvinite, a možete čovjeka sa štapom da naravno stigne? Hvala smo ljudi. Eto, ste vas dobili? Jesam. Ovo je veliki borac. Da. I on je fundamentalista. Da. Naš prijatelj.